Фланги отдал тут СМ, еще передача. И удар по воротам, гол! 1-0 в пользу последней команды чемпионата. Еще раз давайте посмотрим. Вот здесь изначально Сэм выиграл борьбу у Вайгля и Герреро. Дальше передача пошла на левый фланг. Где был Гинтер? Почему так глубоко располагался? А дальше вопросы уже к центральным защитникам, особенно Герреро. Зачем нужно было опускаться на линию ворот, за вратарем становиться? Вот здесь Сократис, вот здесь же...